часа ночи мы попытаемся призвать погибшего кота Насти. Посмотри, это он сидит на кровати, ты видишь это? Не подходи, Настя, ты сошла с ума. Я знаю. Что там? Что у меня здесь? Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, прочим песне очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной бандя на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И банда, сегодня у нас просто жесткое видео. В 3 часа ночи мы попытаемся призвать погибшего кота Насти. Его зовут Филя, я очень скучаю за ним и хочу его увидеть. В детстве у Насти был любимый кот, который внезапно умер. Настя даже не успела с ним попрощаться. Именно поэтому сегодня мы его призовем. Уже ранее, банда, я призывал своего погибшего пса Хэнка. И я смог не просто его увидеть, я даже смог его погладить и попрощаться с ним навсегда. Теперь же, банда, мы призовем погибшего кота Насти. И, банда, если мы под этим видео наберем 50 тысяч лайков, тогда я попытаюсь оживить этого кота. Только вдумайтесь в это. Также, банди, чекай описание, ведь там ссылки на все наши социальные сети, где мы общаемся с вами, банда. А еще там иногда выходят секретные ритуалы. Там даже есть ритуал по оживлению. Только вдумайтесь, банда, скорее смотри в описании и ставь лайк. А мы тем временем призываем погибшего кота. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы, ведь мы реально сегодня попытаемся призвать погибшего кота Насти. Расскажи что-то про этого кота. Мне было 14 лет, когда он появился. Его звали Филя. Мы всегда были вместе и весело проводили время. Но одним утром он куда-то пропал. Его просто не стало, и никто его больше не видел. Я думаю, он погиб. О, черт, Настя, это ужасная история. Я просто в шоке. Этими игрушками он очень любил играть. А за этой мышкой бегал, представляя себя охотником. Я думаю, это было очень мило. Я просто в шоке. Надеюсь, что мы сможем его призвать. Это последнее фото, которое я успела сделать. И единственное. О, черт, он очень милый здесь. Я просто в шоке, Настя. Но здесь он еще маленький. Да, я вижу. Надеюсь, что сегодня ты с ним сможешь попрощаться. Что ж, банда, все эти вещи нам понадобятся для призыва кота Насти, который умер загадочной смертью. Как говорила Настя, он был очень молод и рано ушел из жизни. Мне очень его жаль. Тем не менее, нам надо его призвать, чтобы Настя смогла с ним нормально попрощаться. Все эти вещи мы разложим на столе около свечи, которую позже подожгем. И произнесем заклинание, которое нужно говорить 3 раза. Это заклинание звучит примерно так. Погибший дух кота Фили, приди. Его нужно говорить 3 раза обязательно. И по идее, после этого этот кот должен оказаться у нас дома. Мы сможем увидеть его призрак. Или же, возможно, он будет просто подавать какие-то сигналы, что он присутствует около нас. Тем не менее, банда, давайте уже приступим. Ведь на часах 3 часа ночи. Это единственное время, когда мы можем его призвать. Давайте подожжем свечу и скажем это заклинание. Надеюсь, что все сработает. Итак, Настя, ты готова? Да, давай. 1, 2, 3. Погибший дух кота Фили, приди. Погибший дух кота Фили, приди. Погибший дух кота Фили, приди. По идее, после этого дух кота должен оказаться у нас дома. Я прям уверен, что это заклинание должно сработать. Ведь так я уже призывал своего погибшего пса. Ты слышала? Да. О, черт, это было мяуканье кота. Неужели это Филя? Ты слышала? Да, это мяуканье очень похоже на голос Фили. Что, правда, это реально черт, он? Это что? Здесь. А? Ты слышала, это точно он? О, черт, я в шоке! Это просто жесть, банда! Мы реально смогли призвать погибшего кота Насти! Он где-то рядом, я его слышу! Я тоже его слышу, Настя! Найдем его быстрее! Что? Что происходит, банда? Неужели это кот Насти? Ты видела? Неужели это Филя спихнул его?
Не знаю, это жесть! Я просто в шоке, банда! Любимая игрушка Фили сама упала со стола! Неужели это реально он ее спихнул? Посмотрите! Она просто здесь лежит! Как она упала, я не знаю! Она бы точно сама никак не скатилась! Это жесть! Это точно он! Это его самая любимая игрушка! О, черт, Настя, я просто в шоке! Мы реально призвали твоего погибшего кота! Тем не менее, банда, теперь нам надо его найти! Он 100% где-то в квартире! Филя, где ты? Выходи! Выходи! Филя! Кс-кс-кс-кс-кс! Вроде бы ничего не слышно, он просто замолчал! О, черт, ты слышала? Да! Снова мяуканье, но откуда, я не понимаю! Я тоже! Он как будто со спины или в другой комнате, что происходит? Нам надо его найти, банда, он 100% где-то здесь! Возможно, он даже в ванной! Филя, кс-кс-кс! Вроде бы никого нету, не видно никого! Это жесть, куда он мог деться, я не понимаю! Давай посмотрим по скрытым камерам, может эти камеры будут его видеть! О, хорошая идея! Обычно скрытые камеры видят всех духов и призраков, возможно, они смогут увидеть призрака Фили! Давайте же посмотрим на скрытых камерах, что происходит у нас дома! Окей, банда, на скрытых камерах пока что ничего не видно, это очень странно! Ведь мы отчетливо слышали мяуканье кота, это 100% был Филя! И пока что мы его нигде не видим, куда бы он мог деться, я без понятия, но он все еще где-то в квартире, я в этом уверен! Почему его не видят мои скрытые камеры, непонятно! Посмотри! Это он сидит на кровати, ты видишь это? Господи, я хочу его увидеть! О, нет, стой! Стой, ты можешь его напугать! О, черт, Настя, остановись! Я не знаю, он исчез! О, господи, это просто жесть! Он был где-то здесь, но теперь его нету! Успокойся, Настя, ты его просто пугаешь! Нам нужно продолжить смотреть скрытые камеры! Он все-таки в нашей квартире, мы сможем его увидеть! Ну, хорошо! Окей, банда, нам нужно заново посмотреть все скрытые камеры, потому что Настя испугала своего кота, и он убежал! Но я уверен, что он все еще где-то в квартире, нам просто нужно его найти! И в какой из комнат его нету, куда он мог деться, я без понятия. Тем не менее, банда, мы хотя бы теперь точно уверены, что он где-то в нашей квартире, потому что мы его видели на скрытых камерах. Он реально пришел, то есть ритуал сработал, мы смогли призвать Настиного кота. Осталось только каким-то образом задобрить его, чтобы он сам к нам подошел, и как это сделать, я пока что не знаю. А вдруг я его напугала, и он вообще ушел? О, черт, это будет ужасно. Но как я знаю, чтобы его отозвать, нужно также произвести заклинание. То есть сам он никак не сможет уйти, нужно провести ритуал. Тем не менее, куда же он мог бы деться? Посмотри на это! Там двигается его любимая игрушка, ты видишь? Да, вижу! Неужели это он, банда? Он пытается ей поиграться, просто посмотри! Это жесть, банда, я в шоке то, что сейчас вижу. Призрак кота трогает эту игрушку. Он реально пытается ей поиграть. Настя, это твой шанс, ты должна пойти с ним поиграть. О, да! Ты сможешь его задобрить, иди быстрее! О, это просто жесть, банда, я в шоке! Просто посмотрите, вот Настя подходит к этой игрушке, я в шоке! Она берет, играется, и посмотрите, вот кот! Это жесть, банда, он играется с Настей, я просто в шоке, что это было! Нужно сказать Насте, что он с ней игрался! Настя, ты только что с ним игралась, а ты слышишь? Он был прямо здесь, я видел его призрак! Я чувствовала его присутствие, но не видела! О, черт, я просто в шоке! Он реально в квартире, он тоже с тобой скучает, он игрался с тобой. Я просто в шоке, банда, мы реально смогли призвать погибшего кота Насти, только он был призраком. Но он куда-то исчез, он снова куда-то пропал. Я думаю, что тебе стоит остаться здесь, продолжить играться игрушками, звать его. Да. А я тем временем пойду в другие комнаты, посмотрю, возможно, он где-то там. Да, хорошо. Черт, банда, я так переживаю, надеюсь, что он все еще где-то в квартире. Филя, Филя, выходи, где ты? Может быть, он в третьей комнате? Филя, ты здесь? Филя? Черт, я так переживаю, банда. Филя, выходи. Ты где-то здесь? Эй, Филя. Филя! Что там? Что у меня здесь? Господи, там огромные раны. Как же оно болит? Это твой кот напал на меня. Нет. Это жесть, банда. Я только вошел в комнату, он сразу на меня набросился. Господи, там сколько крови. Оно очень сильно болит, ты даже не представляешь. Нам нужно срочно его отозвать, пока не поздно, пока он вообще меня не убил. Не знаю. Ой, черт, Настя, мы должны это сделать, иначе он убьет меня. Он просто сумасшедший, ты видишь это? Да, хорошо. Это просто ужас, мы должны его отозвать. Хорошо, Сережа. Черт, давай это сделаем быстрее.
Точно, я знаю заклинание! Подожди, примотаем руны! Черт, давай быстрее! Господи, банда, как же оно болит, вы даже не представляете! На меня просто напал призрак кота Насти, я уверен, что это был он, потому что я отчетливо слышал его рычание! Теперь же, банда, нам нужно его отозвать, чтобы остановить, пока он еще кому-то не навредил! Я знаю заклинание, которое нам поможет! Оно звучит как-то так: погибший дух кота, уйди! Нам нужно произнести его 3 раза одновременно, и тогда он исчезнет навсегда! Ты готова, Настя? Да, хорошо! Окей, тогда я поджигаю свечу, господи, банда, надеюсь, что все сработает, надеюсь, что он уйдет! Итак, вроде бы все готово, начнем! Я очень переживаю! Я тоже переживаю, но давай руку, мы должны это сделать! На счет 3 говорим заклинание! 1, 2, 3! Погибший дух кота, уйди! Погибший дух кота, уйди! Погибший... Настя, стой! О, господи, нет, заклинания! Просто жесть, банда, мы не досказали до конца заклинания! Что происходит? О, черт! Это скелет кота, Настя! Что происходит? Я должен сам завершить ритуал, пока не поздно! Сережа, посмотри, это мой Филя! Не подходи, Настя, ты сошла с ума! Это скелет мертвого кота, остановись! Ты просто сошла с ума! Я должен сам произнести заклинание, пока не поздно! Погибший дух кота, уйди! Погибший дух кота, уйди! Погибший дух кота, уйди! Куда он делся? О, черт, я смог его отыскать! Настя, успокойся, ты уже сходишь с ума, это был мертвый кот, его не существует больше, он умер, у тебя в руках был скелет, это ненормально, Настя, успокойся, тебе нужно остановиться, пока не поздно. Это просто жесть, банда, я в шоке, что происходит, но я рад, что все наконец-то закончилось. Тем не менее, банда, вы помните, если вы хотите, чтобы я живил этого кота для Насти, то давайте наберем 50 тысяч лайков, и тогда я обязательно это сделаю, банда. Также не забывайте подписываться, чтобы быть моей Supreme Банди, и вот комменты из-под прошлого видео. Просто вглядись, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а бандиты, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик, и все, про ту же нам видео. Лайк, колокол, комменты, ты мое видео, бандиты, помни одно, оставайся такими шикарными, пока!